Знайомтесь, Резутий Муразов, 39 років, бренд-шеф. 20 років працював в кращих ресторанах Грузії. Просто ненавидить готувати салат «Цезар». Вірить, що дружина обрала його зовсім не через те, що він геніально готує. Переконаний, навіть в найпаскуднішому настрої у нього виходять неперевершені страви. Ми зараз будемо відкривати новий ресторан, тому я все время в поїздках і все время в роз'їзді. Я начал готовить очень раннем возрасте, буквально был ребенком, потому что отец и мать работали, приходилось готовить самому, вот, после школы, конечно. И готовил, на самом деле, очень вкусно, и меня даже не стали спрашивать. Когда я закончил школу, меня отдали в кулинарную технику сразу. И у меня, наверное, это в крови. Все вдохновения приходят, когда в первую очередь человек голоден. Вот. И когда ты гурман, ты как бы этот образ видишь, как ты сейчас вот этот морепродукт или рыбу или мясо будешь готовить, вот тогда и приходит идея. Я гурман, я люблю готовить, я люблю творить. Я готовлю везде, даже к друзьям, когда иду, тоже готовлю. У родного брата свадьба была, свадьба уже в разгаре, а я на кухне еще готовлю. Я почти посмотрел и увидел всю Украину. Винница – это такой город, который, наверное, самый такой спокойный, самый хороший, самый такой атмосферный. Жизнь тут течет медленно, конечно, но как-то уютно. Вот. И люди тоже такие, очень любезные, что ли, так сказать, или ну, очень хорошие люди, добрые, всегда улыбаются. Я попал в первую очередь, наверное, скорее всего, от своей жены, потому что ну, мы познакомились в Москве, но она венечанка с Украины. Вот, и потом решили переехать и жить тут, и развиваться в Виннице, и развивать Винницу. Мы начали ходить по ресторанам, пробовать, но была маленькая печалька изначально. Венечане очень избалованные люди, но в кухне они абсолютно ничего не понимают. Привыкли есть одно и то же, и едят то же самое. Вот у нас направление рыбы, морепродуктов, заходят, просят пиццу или пасту. Потому что они привыкли, они едят очень много лет вот эту пиццу и пасту, и хотят то же самое есть. Не хотят расти. Я на самом деле готовлю жене очень много всего. И как только, ну, как только мы поженились, то она резко перестала готовить дома. Потому что не хочет как бы конкурировать со мной. И она понимает, что я, у меня профессия шеф-повара и талант. И... Но на самом деле моя жена тоже очень вкусно готовит. Она в первую очередь выбрала человека, только потом была на полностью счастлива, то, что я умею готовить очень хорошо. Вот. На самом деле все люди любят хорошо поесть, вкусно поесть, поэтому ей повезло, ну и мне тоже. Сейчас у меня мечта попробовать рыбу фигу, если вы все слышали, это самая ядовитая рыба на земле. Вот. И, чтобы приготовить ее, у повара должен быть специальный сертификат, иначе он ее просто не сможет приготовить. Угу. Стоит очень дорого, но вот у меня мечта попробовать понять, что за такой продукт эта рыба и почему она так дорого стоит. Повар, я считаю, он как художник, как, скажем, Микеланджело, это то же самое, он должен творить. Вот. А потом уже становится профессией. В первую очередь это талант, конечно.